Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на Like of Game. И как вы уже поняли, мы начинаем прохождение GTA San Andreas. Да-да-да, усаживайтесь поудобнее, всем приятного просмотра. Что сказать? Все прошли мы вчера с вами. GTA-шку Vice City, миссий больше нет GTA Vice City. И, в принципе, ну, все, пора уже ты начинать следующую часть. К третьей обязательно как-нибудь вернусь, просто не хочу пока начинать, прям не настроен просто на третью. Как-нибудь начну ее тоже проходить, у меня она тоже есть в Steam, лицух, и San Andreas тоже лицух, я уже поставил русификатор, поставил русскую озвучку. В принципе, будем с вами играть. Нет, еще не играл. Я, в принципе, вчера запускал, у меня, правда, вылетела игра. Я хотел проверить русскую озвучку. И у меня игра вылетела. Надеюсь, сегодня такого не будет. Это будет печально, конечно. Спустя 5 лет, которые я провел на восточном побережье, пришло время возвращаться домой. Алло, Карл, это Свит. Как дела, Свит? Что случилось? Понимаешь, мама, она мертва, брат. Пассажир, выходите из машины с поднятыми руками! Стоп! На колени! Теперь на живот! Вот так! Я возьму это, Эрнандес! Эй, чувак, ты что? Это мои деньги! Это грязные деньги. Мои деньги. Эй, не парься на этот счет, после разберемся. Добро пожаловать домой, Карл. Рад, что вернулся. Надеюсь, ты нас не забыл, парень. Черт из два, офицер Темпани. Я только удивляюсь, почему вы так долго? В машину его. Полегче, чувак, черт. Голову береги. О, виноват. Чё встал? Вали отсюда нахрен, придурок! Тупой мексиканец! О, прости. Мой чемодан! Эй, чувак, мой чемодан! Чемодан. Как поживаешь, Карл? Как твоя замечательная семья? Я приехал на похороны своей матери. Ты знаешь это? Да, я слышал. Итак, что еще у тебя стряслось, Карл? Ничего. Я теперь живу в Либерти-Сити. Я чист. Нет, ты никогда не был чист, Карл. Так, посмотрим, что тут у нас. Это оружие, офицер Пуласки, которое использовали, чтобы убить офицера полиции около 10 минут назад. Офицера Пендлберри, какой хороший человек был. Быстро работаешь, ниггер. Ты прекрасно знаешь, что я только что с самолета. Как хорошо, что мы нашли тебя и орудие убийства. Это не моя пушка. Не пизди мне, Карл. Да, не пизди ему, Карл. Какого хрена вам от меня надо? Когда ты нам понадобишься, мы найдем тебя. И не стреляй больше в полицейских, как раньше. Вы не можете бросить меня здесь. Это же территория Балласов. Мне казалось, ты сказал, что ты чист, Карл. Смотри, не ударься. 58 на связи, что? Еще увидимся, Карл. Блин, офицер Пендлберри убит, мы сейчас будем. Вот черт, как мне все это знакомо. Это самое отстойное место в мире. Территория Балласов Роланд Хейтс. Я не был частью Гроув-стрит в течение 5 лет. И Балласы наверняка воспользовались этим. Созвучка вообще по-другому играется, если честно. Я вам так скажу. Ну, садимся. О, господи. Так, что? Крути педали. Да-да-да. Помните это? О, господи. Сколько я лет не играл уже с Сан Андресом. Стой, стой, чувак. Чувак, это рэпчик. Блин, я, если не брать, то его поезд там, кстати, сбил чувака. Если честно не брать, то... Лет 10, наверное, я точно не играл в GTA San Andreas. Офигеть. Если даже не больше. Не, ну 10 лет, да, где-то есть. Гроув-стрит. Дом.
По крайней мере, он был им до того, как я все запорол. Так, стой, надо еще, кстати, этот. В настройках поменять управление. Управление, настройки мыши. Управление поворотом, управление полетом. Так, вниз, вверх. Все, да, вот теперь все правильно. Я думаю, что это не так. Так, а на что у нас прыгать? На shift прыгать? Надо, кстати, на shift бегать, бег устроить, да? Big Smoke первая миссия называется, ребят. Я, кстати, ни одного мода не ставил. Но улучшение просто. Русификатор поставил и русскую озвучку. Все, больше ничего нет. Полностью оригинальная лицуха, оригинальная игрушка. Хватит, что вы делаете? Карл, Брайан, перестаньте. Все, забей, мама услышит. Мама, они что-то задумали. Флэшбэки ему в голову дальше отлезут. Воспоминания. Ты выбрал не тот дом, урод! Эй! Биг Смок, это я, Карл! Остынь, остынь! Си Джей. О, мой пес! Как дела? Эй, ты в порядке, чувак? Нет, чувак, ты же знаешь, моя мама. Эй, я не знаю, почему это произошло. Но я тебе обещаю, что найду того, кто ее убил. На улицах сейчас опасно, пес. Как говорится в книге, мы благословенны и прокляты. Какой еще нахрен книги? Многое заставляет нас и смеяться, и плакать. Но сейчас нам нужно позаботиться о делах. Пойдем к твоему брату, он уже на кладбище. Давай, идем. Письмо, кстати, выглядит лучше, чем сам LJ, да? Хочешь за руль? Да, было бы круто. Прикольная тачка, Смоук. Ну ты же меня знаешь, мне нравятся такие тачки. Не нужно ценить денег, эти куски металлолома. Это еще далеко. Что это было? Радио по-русски? Я не видел тебя все эти 5 лет, чувак, и рад твоему приезду. Думаю, что они тоже будут рады тебя увидеть. Эй, люди, смотрите, кого я нашел. Карл, Карл, рада тебя видеть. Я не могу поверить, что она мертва, чувак. Это еще одни похороны, которые ты пропустил, козел, как и похороны Брайана. Эй, она была и моей мамой тоже, но только не последние 5 лет, ниггер. Ну и куда ты собралась? Что? Иди нахрен, я иду к Сизару. Черт из два, детка. Ты не можешь с ним встречаться. Ты же знаешь, что он из... Слушай сюда, я люблю его. Да кто ты такой, чтобы меня указывать? У меня хотя бы есть принципы. Ох, и это, наверное, делает тебя настоящим американцем. Карл, скажи ему. Карл, не говори мне ничего. Да ладно, но если он не будет уважать тебя, ему пипец. Какого хрена ты так говоришь? Как будто тебя это не колышет. Иди нахуй, Свит. Блять, ну вот опять. Это полное дерьмо. Вообще все. В смысле? Что? Кроме того, что наша мать мертва? Все очень плохо. Вот, давай я открою тебе глаза. Тони похоронен вон там. Литл Дэвил вон там. А Биг Дэвил вон там. Чувак, это просто безумие. Все сначала стреляют, а потом задают вопросы. Балласы едут! Ложись! А, ублюдки! Моя машина! Нужно поскорее возвращаться в район. Здесь слишком опасно. Хватай велик и крути педаль, если, конечно, ты еще не разучился. Крутые за мной. Чуваки, да, на великах? Так. Но перед началом я хотел бы... забрать небольшой презент, который тут припрятан. Я еще по молодости помню. Та-дам, ребята. Что? Калаш?
Ага. Сервер не работает. Так, и... Что еще тут? Так, обучалки пока иду, да? Блин, я не помню, где-то еще что-то было припрятано. Ага, дробаш. Все, даже не дробаш, как это? Как это оружие называется? Полудробаш. Ну, я, короче, поняли. Так, осторожно. Потихоньку вспоминаешь город, Си Джей? Здесь многое изменилось. Си Джей, смотри по сторонам, чувак. Как дошло до такого? Ах. Я думал, это территория нашей семьи. Да, это она и есть, территория семьи Темплдрайв. Просто мы больше не друзья. Шевелись, Си Джей, шевелись. Ах ты паршивец, девай. Минус один. Глава 10, минус два. Сами сами. Подозреваемого в последний раз видели пешком. Не отставай, Сиди. Не отставай, придурок. Почему это так угарно, блин? Озвучка вообще топ. Не отставай, придурок. Из-за тебя нас чуть не поймали, Си Джей. С чего ты соизволил вернуться? Вспоминаются старые добрые времена, так, пес? Разве все было плохо до того, как ты уехал? Восточное побережье сделало тебя мягконтелым, парень. Так, осторожно, чувак. Чувак, это рэпчик. Опа! Отлично. Так, чё, где наши там? Ты что ж сигналище? Я тебе по сигналку. А, ну все, они во двор едут, да? В наш райончик. Я вас еще обгоню. Эй-йоу, эй-йоу. Пришлось потягаться с этими ебланами, но я показал ниграм, кто здесь гэнгстер. Райдер, нигге. Итак, когда ты уезжаешь, Карл? Я еще не знаю, думаю, мне лучше остаться. Дела идут хуже некуда. Ну да, все, что нам нужно, так это твоя помощь. Ох, чувак, я не подведу тебя, клянусь. Эй, мы позовем чуваков из банды и начнем веселье, ты с нами? Нет, я устал и хочу отдохнуть, я подойду попозже. Чувак? Хорошо, тогда забегай, мы все болтаемся на улице. Да, и найди себе нормальную одежду, балда. И сходи подстригись, это позор находиться рядом с тобой. Позор, ну, на великах гонять, когда у банды. Эту песню. Так, давайте оружие возьмем и сохранимся. Так, оружие где-то на крыше было. На крыше дома твоего. На крыше дома твоего. Блин, с этим шифтом, кстати, неудобно. Надо будет все. Ага, забрались.
Так, это что у нас? ТЭК-9 тут спрятан. Отлично. Оп. Будем каждый раз забирать вот так ТЭК-9, всякие калаши, и у нас потом и ничего покупать нам не нужно будет. Вот они же каждый раз тут будут, да? Стой. Хочешь поменять, ты шо? Так, ну и броник давайте возьмем. Наверное. Для следующей миссии. Так, на что у нас? На shift? Ой, на пробел бежать быстро, да? Угу. Все, ребят, запоминаем, где все это находится. Будем каждый раз, когда мы будем играть, в принципе, забирать оружие. Мы так, кстати, в Сан-Андре сделали же. У меня потом у Зишки, короче, там миллиард лишний вес. У меня потом миллиард патрон был, короче. Я вот так халявное оружие подбирал. Ну, помнил, где он находится. Давайте с вами сохранимся, первый сейв сделаем, а завтра уже продолжим с этого момента. Блин, дискетка так смотрится упорото сейчас, да? Типа, а тогда такая дискетка, вот она. Ого, своди, первое сохранение. Кстати, давайте два сохранения сделаем на всякий случай. Чтобы, если что, слетит, не слетит сохранение. Ребят, с вами был Лайков Гейм. Ролики выпускаются каждый день. Не забываем подписываться, ставить лайки. Кстати, тут почему-то мышка у меня перестала. Фотоаппарат еще взяли. Мышка перестала, кстати. Работать, я не знаю, может, выйду на улицу? Нет, гардероб. Какой нафиг гардероб? Выйди. Тут музыка, кстати, играет. Гантон. Кстати, да, у меня мышка почему-то перестала работать. А, вот, все работает. Давайте, ребят. О, подожди, а кто звонит? Алло, думаю, мне надо разъяснить тебе кое-что. Эй, Свит, что случилось? Пока тебя не было, ситуация на районе резко изменилась. Семья Гроу-стрит потеряла большую часть своей территории. Семья Сейвель и семья Темпл-Драйв отделились от нас. И банды Баллас и Вагас взяли под свой контроль большую часть оставшейся территории. Поэтому будь осторожен в этих районах. Ого, я понял. Спасибо за все. Не напоминай. Ну, а теперь точно всем пока.